Тише. Он дышит в трубку перед каждым выездом в рейс. Роман – легальный таксист. Помимо пробы на алкоголь, ему проверяют давление и оценивают общее состояние здоровья. Таковы правила для всех законных перевозчиков вот уже 2 года. Дальний, ближний, аварийку включаем. Подобную проверку на исправность проходит каждый раз и его автомобиль. Чтобы соответствовать всем требованиям закона, на него нанесли опознавательные знаки и установили таксометр. Автомобиль на видео тоже такси, но нелегальное, в котором, по данным правоохранителей, в этот момент находился клиент. Таких записей на просторах интернета полно. Недобросовестные извозчики, как одиночки, так и целые компании, каждый день выходят на охоту. В погоне за прибылью они заманивают клиента всеми возможными способами, даже предлагая скидки. Это небезопасно. Могут попадаться люди и в наркотическом, и в алкогольном, и опьянении. И, соответственно, на автомобиле ненадлежащего, так сказать, качества, то есть на сломанном автомобиле. Соответственно, это может привести к ДТП и более пагубным последствиям. Полиция вот уже 2 года пытается избавить город от теневых таксопарков. Но правоохранители признаются, выявить нелегалов непросто. Большинство из них либо не использует специальные шашечки, либо прячет, увидев пост ДПС. Горожане же от услуг подозрительных таксистов все чаще предпочитают отказываться. Но я всегда пользуюсь легальным такси, и мне важно, чтобы водитель проходил предрейсовый контроль. Но чтобы он был не пьяный за рулем, и чтобы я безопасно доехала до дома. Я считаю, что легальное такси должно быть оборудовано шашечками и таксометром. Но я вот пользуюсь именно такими службами. Полностью убрать теневые компании-перевозчики органы правопорядка с улиц Саратова пока не в состоянии. Поэтому пока наказать их может только сам клиент, проехавшись однажды на нелегальном такси, отдать предпочтение профессионалам. Алексей Молчанов, Олег Буланов, новости «Телеобъектив».